Два сборника от издательства «Азбра» «Алиса в стране чудес» и «Маугли». Обращаю ваше внимание, что эти книги не адаптированы, и они представлены в оригинале. Книги в твердом переплете, с цветными иллюстрациями, приятными глянцевыми страницами и достаточно крупным шрифтом. Есть возможность познакомить ребенка с оригинальными историями «The Jungle Book» and «Alice Adventure in Wonderland».